В ДТП с участием поезда и автобуса, в котором погибло 7 человек, виноват диспетчер, который был пьян. Автокатастрофа произошла 1 апреля днем в поселке Берендеево Переяславского района Ярославской области в России. На железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус ПАС и скорый поезд Архангельск-Москва. По предварительным данным, автобус заглох на переезде, где его снес поезд. Машинист неоднократно подавал предупредительные гудки, после чего применил экстренное торможение, но остановиться поезд не смог. В результате аварии погибли 7 человек, водитель автобуса и 6 пассажиров. Машинист поезда получил травмы, сильно ударившись головой при резком торможении. Власти области сообщили, что диспетчер переезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял шлагбаум и начал подавать водителю автобуса разрешительные сигналы, несмотря на то, что приближался поезд. Мотивы его действий непонятны, даже просмотрев видео с камеры наблюдения. По данному ДТП возбуждено уголовное дело, следствие ведет Следственный комитет.